Сегодня у нас особый праздник. Конечно, Тюменская земля обладает богатой многовековой историей, полной ярких событий. Но даже на этом красочном фоне выделяется то, что произошло 14 августа 1944 года. Тогда была создана Тюменская область, ее нынешних очертаний возникла пространственная территориальная рамка развития нашей жизни. Когда в юбилейные дни в родовом доме собирается большая семья, о прошлом не просто вспоминают, в нем ищут ключи в будущем. Чему учит нас тюменская история? Какой главный урок мы можем из нее извлечь? Мне кажется, что тюменская история может быть прочитана как история доверия. Между отдельными людьми, между социальными группами, между национальностями и конфессиями, между народом и властью. Только доверяющие друг другу люди могли в 16 и 17 веках обжить суровые сибирские просторы, возвести на них города и пробить тракты. Только доверяющие друг другу люди могли к рубежу 20-го, 19-го и 20-х веков превратить Тюмень и Тобольск в крепкие центры предпринимательской и культурной жизни. Только доверяющие друг другу люди могли в тяжелейших условиях Великой Отечественной войны всего за несколько лет трое нарастить промышленный потенциал региона, что и стало одним из главных мотивов образования Тюменской области как самостоятельной административной